Капитан, господи, вы хотите лакокрасочное покрытие? Мне испортили. Капитан полиции Иванов Алексей Сергеевич, инспектор ДПС ГИБДД, СПЛ 08-22, 43, 4 мая 2023 года. Можно просто удостоверение служебное в развернутом виде? Да, камер. ОБ ДПС ГИБДД Санкт-Петербург. Пожалуйста. Да, сейчас мне. Капитан, господи, вы хотите лакокрасочное покрытие? Мне испортили. Капитан полиции Иванов Алексей Сергеевич, инспектор ДПС ГИБДД, СПЛ 08-22, 43, 4 мая 2023 года. Так, Алексей Сергеевич, в связи с чем остановили транспортное средство? Ну, вы жезлом указали мне, все же на видеозаписи зафиксировано. Вас я останавливал, у меня просто где-то воичка встали, думаю, мало ли, может, что-то случилось. Ничего не случилось. Если у вас что-то сломалось, как бы, то могу бы вам помочь вызвать какую-то техническую помощь, если вам надо. Только с этой целью, да? Вы нам указали своим жезлом, куда нам встать, да? Если у вас какая-то сломка, именно если машина сломалась, действительно. Ясно. Хорошо, если это правда, то... Потому что многие инспектора исхожают на самом деле, с какой целью останавливали тогда, когда узнают, с кем они общаются. И это неприятно мне. И тут же сразу как бы у вас аварийка заработала, поэтому мне просто мало ли, действительно сломалось, может, вам плохо стало, еще что-то случилось. Ясно. А скажите, пожалуйста, а вы ведете видеозапись в отношении меня? Видеозапись? Да. Включена. А почему вы всего 664 приказа не проинформировали меня? Обязаны проинформировать гражданина на будущее. Не нарушайте законодательство Российской Федерации. Не смею вас задерживать. Всего доброго. До свидания. До свидания.